Доброе утро, Ставропольский край. Самое время поговорить о главных новостях региона. Этим мы займемся в ближайшие 15 минут на своем. Вот ключевые темы этого выпуска. Красивые голы и крупнейший завод региона. В Буденновске новая футбольная арена и перспектива стать второй промышленной столицей края. Сначала срезается ботва, а затем комбайн начинает ее собирать. А как в целом проходит ход уборки в Новоалександровском районе, расскажем в сюжете. Какие истории хранят люди, которые просят у нас денег на улицах? Рейд по сложным судьбам в Ставрополе. Репортаж Вадима Москаленко. Теперь подробнее. У спортивного комплекса «Лукоморье» в Буденновске появился свой футбольный стадион. Новый спортобъект открыли губернатор Владимир Владимиров и президент компании «Лукойл» Вагит Аликперов. Но площадка социальная – это только первый шаг к развитию экономическому. О первых голах и индустриальных рекордах – репортаж Никиты Шишкова. Свисток и легендарный форвард, бывший игрок немецкого «Карлсруэ» и московского «Динамо» Сергей Кирьяков разыгрывает первый на стадионе мяч. В товарищеской игре на «Лукоморье» встретились легенды сборной ветеранов Советского Союза и России. Противостояние жаркое, от накала страстей и от 30-градусной жары. И новое поле, построенное по стандартам ФИФА, красивому футболу только способствует. Прострел, Кирьяков, удар, гол! Смотрим, нет, не поднимает флажок арбитр, а это значит, что первый гол на стадионе «Лукоморье» в Буденновске забивает Сергей Кирьяков, с чем мы его и поздравляем. Новая площадка соревнования позволит проводить и легкоатлетам, и волейболистам. Не забыли про трибуны. Пока зрелые футболисты обкатывают площадку, молодые среди зрителей планируют собственные игровые ходы. Поэтому она качество хорошего, потому что трава искусственная, прыгать будет не больно. В Пятигорске было такое же поле. Мы играли, мы уже привыкли к нему. Для наших детей это будет очень большой плюс, потому что чем качественнее поле, тем качественно можно проводить нам, как тренерам, свою работу. То есть мяч не скачет, мяч катится ровно. И это сопутствует тому, что будем достигать более высокие результаты. Построили стадион в рамках соглашения между Ставропольем и компанией «Лукойл». О грядущих планах буденовцам рассказал теперь уже почетный гражданин города Вагит Аликперов. У нас огромные совместные перспективы. Компания ближайшие уже месяцы примет решение инвестиционное. И в ближайшие годы будет мегапроект реализован здесь, на нашем газохимическом заводе. И, соответственно, конечно, это будет строительство социальных объектов, строительство жилья, потому что потребуются новые рабочие места. Об этом чуть позже и в другой обстановке. Спортплощадка сменяется залом переговоров. К 2025 году в Буденновске должен заработать новый комплекс по переработке газа с месторождений Северного Каспия. Стоимость инвестпроекта около 120 миллиардов рублей. Губернатор Владимиров и глава топливного гиганта подписали меморандум о сотрудничестве. Край, в свою очередь, большую стройку готов поддержать. Все те функции, которые необходимы от государства сегодня, от предоставления земельных участков, ресурсов, я уверен, что сегодня в рамках СПИКа до налоговых льгот, это все задача та, которая стоит перед правительством Ставропольского края, перед мэрией города Буденновска. Поэтому сегодня все эти обязательства, они уже в проекте исполнения. Новый газохимический комплекс по производству минеральных удобрений должен стать одним из крупнейших заводов Ставрополья. Он подарит Буденновску 600 рабочих мест, а краю, по подсчетам специалистов, до 4,5 миллиардов налоговых поступлений в год. Из Буденновска Никита Шишков и Владимир Ходарев. Ставропольское телевидение. Тем временем на Ставрополье продолжают уборку сахарной свеклы. В среднем из одной тонны корнеплода получают 80 килограммов сахара. Какой урожай планируют собрать фермеры и насколько сладким обещает быть текущий год, узнала Ирина Ивановская. Управлять комбайном так, чтобы при уборке не пропала ни клубня сахарной свеклы. Такого опыта у Валерия за 30 лет накопилось достаточно. Главное, говорит, вести машину ровно и внимательно, а также координировать действия с водителем грузовика. Ведь скорость на поле во время уборки и погрузки 9 км в час. Связь по рации. За наполнением следят при помощи камеры. Он на шнеке висит и показывает кузов КамАЗа. Когда свекла падает, чтобы это, ну, не падало ни в зад, ни в бок, никуда. На землю, чтобы не падало.
В этом хозяйстве Новоалександровского округа убирать свеклу только начали, хотя за урожай в целом переживали. Май-июнь принесли жару и засуху, поясняет агроном. Ситуацию спас дождливый июль, когда каждый корнеплод прибавлял в весе до 5 граммов в сутки. Для жестких погодных условий урожай хороший, уверены специалисты. Не радуют только цены. Цена на сахар сейчас 23 500. Это как бы исторический минимум. И при такой урожайности как бы у нас рентабельность к нулю подходит. Сейчас собирают по 550 центнеров с гектара. На этих полях показатель сахара в овоще сейчас выше среднего, примерно 16,5%. Уборка сахарной свеклы на этом поле начинается с 6 утра, а последняя машина должна уехать не позже 5 часов вечера, чтобы успеть довести продукцию до перерабатывающего завода. Иначе сахарный корнеплод сильно потеряет в качестве. Высокая температура, которая сейчас держится в крае, может навредить уже собранной свекле. А ведь уборку согласуют с работой сахарных заводов, чтобы их производство справлялось с поставками, а сырье было убрано в лучшие сроки и с меньшими потерями. Всего за 4 дня в хозяйстве собрали урожай с 20 и 140 гектаров, отведенных под свеклу. Необходимо в один день выкопать и сдать переработчику, иначе процесс гниения происходит очень быстро. Не кондиция, это штрафные санкции, могут от нас отказаться, могут не принять. Уже 8 лет их машины отвозят корнеплоды за сотню километров. Условия, которые предлагает местный переработчик, такие, рассказывает фермер, что сельхозпроизводителям выгоднее отправлять сырье в соседний регион. Да, проблема существует. У нас в крае один завод, монополист. В свое время очень поднимал свой процент за переработку, практически в 2 раза относительно краснодарцев. На Ставрополье этот сладкий овощ выращивают в 5 районах. В 4 из них уборка уже началась. Лидеры по урожайности сейчас Новоалександровский округ и Кочубеевский район. В целом по краю показатели выше прошлогодних. Средняя урожайность была менее 400 центнеров с гектара. На данный момент она составляет 420-430 в среднем по краю. Хочу отметить, что у нас в этом году достаточно неплохая дегестия, составляет 16-17%. Да, очень даже неплохой выход сахара. Меньше чем с 5% свекольных площадей по всему краю уже собрано больше 60 тысяч тонн сладкого корнеплода. В планах на урожай 1 700 000 тонн. В том, что ставропольцам будет чем подсластить чай, убедились Ирина Ивановская и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. К другим темам. Большинство из тех, кто просит у нас деньги на улице, либо мошенники, либо просто не желающие работать. Об этом сообщает Комитет труда и соцзащиты населения администрации Ставрополя. В городе постоянно проводят рейды, чтобы выяснить, кто действительно попал в сложную жизненную ситуацию. Какие истории человеческих судеб хранят улицы краевой столицы? Вадим Москаленко о том, как отличить попрошайку от нуждающегося. У вас такое бывает? Идешь по улице, а рядом человек, который просит вашего участия. Среди таких, конечно, есть просто ленивые люди, которым не хочется работать. Но есть и те, чьи судьбы сломаны. Им действительно нужна наша помощь. Причем не только финансовая, но и скорее моральная. Район Нижнего рынка, перекресток Голенева и Орджоникидзе. Насиженное место для сидячего заработка. Находим здесь несколько любителей пассивного дохода. Это типичный цыганский вариант. Многодетная мама просит помощи. Ей ведь так непросто содержать, на секундочку, 13 детей. Скажите, пожалуйста, а вы чем занимаетесь здесь? Я только вышла в магазин. Да? Не просите денег ни у кого? Нет. Нередко можно встретить любителей надавить на жалость на дорогах. Как тут не дать мелочи, когда видишь человека в инвалидном кресле? Но зачастую инвалиды и не инвалиды вовсе. Этот случай произошел на Урале, но очень показательный. Кто еще пару минут ходить не мог, спокойно катит перед собой ту самую коляску. Нередко бывают такие в Ставрополе. За год выявлено более 100 человек, которые весьма могли бы работать самостоятельно. Здоровье вполне позволяет. В том числе, чтобы выявить такие случаи, работает социальный патруль в городе. Выявить тех, которые на самом деле не относятся к категории потерпевших, либо нуждающихся действительно в оказании помощи, скажем так, мошенников. Потому что в большинстве случаев, конечно, те люди, которые занимаются попрошайничеством, просят милостыню, на самом деле нуждающимися не являются, а вводят в заблуждение жителей города, тем самым незаконно обогащаясь.
Ну а верный признак, как отличить мошенника от действительно нуждающегося, просто поговорить с ним и выяснить, что случилось и как оказались в такой ситуации. Если с вами не сильно хотят контактировать, либо откровенно врут, можете смело идти дальше, сэкономив свои деньги. А вот противоположный пример. Именно ради таких и проводятся подобные социальные рейды. Нелегко быть бомжом. Это профессия. А вы не работаете? Если попадается работа, конечно, работаю. Бывший крановщик из Санкт-Петербурга приехал в Ставрополь к любимой женщине, а она спустя долгие годы совместной жизни ушла к другому, выставив Виктора Васильевича на улицу. И теперь его дом – любая подворотня или лавочка. Виктор Васильевич, давайте, пожалуйста, подумайте, я вас очень попрошу, чтобы восстановить ваши документы, вам проще будет в государственное учреждение, это Цинтухинский центр. Мы оформим вам документы, назначим пенсию, назначим меры соцподдержки, поможем устроиться на работу. Не отказывайтесь, пожалуйста, от этого. Социальный патруль поможет и документы восстановить, и психологическую помощь окажет, и если нужно, поможет с крышей над головой. В крае есть соццентры, где нормально живут и трудятся люди, которые когда-то лишились всего и всякой надежды. Но если же вы увидели на улице такого человека, которому нужна помощь социального характера, всегда можно обратиться в Комитет труда и соцзащиты. Номера на ваших экранах. Психологические тонкости уличного заработка изучали Вадим Москаленко и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение. Новости региона в режиме онлайн, в официальных группах, свое ТВ, в социальных сетях, Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук. А у меня на этом все. До встречи в прямом эфире.